Друзья мои, добрый день! Сегодня 30 апреля. Я вот решил немножко подвигаться, потому что последние лет 5 я фактически только сидячий образ жизни. А раньше, ну что говорит, молодость. Я рассказывал, что я пробегал 100 метров за 11,2. По тем временам это где-то примерно между первым взглядом и кандидатом мастера спорта. Но я занимался не легкой атлетикой, я боксом занимался. Если бы я переключился на короткие дистанции, 100-200 метров, может быть, я и выполнил норматив кандидата, ну, не знаю, мастер, это очень тяжелый спорт, но тем не менее, вот я фактически не являюсь бегуном, я пробегал 11,2 по той квалификации, это между первым взглядом и кандидатом мастера спорта. Вот, ну, 3 километра тоже мы бегали, причем мы бегали в форме, в сапогах и так далее. И 5 бегали, причем, когда сдавали экзамены, мы бегали без ремня, сапоги, форма, и бежишь, вот это все, трешечка, что называется. Ну, так как я занимался спортом, то мне там очень многие вещи легче давались. Но я, кстати, всегда плохо подтягивался. Вот я здесь врать не буду, я почему-то подтягивался плохо, но я никогда не подтягивался. Я вообще старался не заниматься тяжелой атлетикой, только вот такие нагрузки, что называется, естественный бег, прыжки, плавание. И вот моя новая трасса, я здесь один, никого нет. Здесь. Посмотрите. Вот, кто узнает, тот узнает, но не надо сильно распространяться где-то. Потому что я тихонечко бегаю, чтобы никто не видел. И так далее. Что это надо пугать? Да, как она часто говорила, если говорит, по тревоге мы побежим, то народ в панике начнет, что случилось. И так далее. Ну, надо немножко чуть-чуть, не знаю, хватит меня, сомневаюсь, что меня хватит, потому что я тоже работа сидячая. Ну ладно, спасибо, ваш Бессонов Тебрич.